День рождения, как поется в известной песне, грустный праздник. Но бывают и исключения. Таковым стал юбилей дирижера женского хора Санкт-Петербургской метрополии Игоря Митюхова. Наш следующий сюжет о том, как эту дату отметили большим праздничным концертом. Он окружен женщинами, с теми, с кем не так-то просто найти общий язык, он отзывчив, внимателен. Они отвечают ему взаимностью, прислушиваются к его словам, наставлениям. Он – маэстро. Игорь Матюхов, дирижер женского хора Санкт-Петербургской метрополии. 5 лет назад Игорь Гаврилович организовал коллектив, объединил любителей хорового пения вне зависимости от возраста и музыкального образования. И с тех пор без епархиального женского хора невозможно представить ни одного значимого события в духовной жизни Петербурга. Юбилей заслуженного деятеля искусства Республики Беларусь, заведующего кафедрой хорового дирижирования Института музыки, театра и хореографии Педагогического университета имени Герцена Игоря Матюхова отметили большим праздничным концертом в Белом зале Политехнического университета. В какой-то момент маэстро сам взял в руки гитару и исполнил молитву Булата Акуджавы. Подпевал весь зал. Дай счастливому денег и не забудь про меня. Разнообразная программа духовной музыки, а также произведения хоровой классики в исполнении смешанного хора Института музыки, Педагогического университета и женского хора Санкт-Петербургской метрополии в этот вечер звучали в честь дирижера. Он своей энергией задает высочайшую планку исполнительского мастерства и достигает ее вместе со своими коллективами. В этот день, ваш юбилей, ваше детище, женский хор Санкт-Петербургской метрополии, который является на сегодняшний день выразителем санкт-петербургской музыкальной души. Отец Илья от лица ректора Духовной академии архиепископа Петерговского Амвросия вручил Игорю Гавриловичу грамоту за особый вклад в развитие духовной культуры. В этот вечер не раз звучали поздравления в адрес именинника, дарили цветы, подарки, улыбки, аплодисменты.